Продувный насос фирмы Сансан, модель GP-059. Всем привет! Сегодня мы рассмотрим продувный насос фирмы Сансан, производство Китай, модель GP-059. Данный насос мы используем как для водоемов, в плане пруды, фонтаны, водопады и так далее. Что мы видим внутри? Сам по себе насос, префильтр, который позволяет, чтобы сюда не попадала вода, комплект насадок, что входит в насадку, штуцер номер один, штупицер номер два, хомут и 4 присоски. Для чего разные штуцеры? Данный насос можно использовать как полностью погруженным в воду, так и снаружи без воды. За счет чего? Если мы снимем насадку префильтр, мы увидим, что есть вход раз, вход два. С помощью переходников, штуцеров, это стандартные размеры по резьбе, мы можем сюда подключить шланг на всос воды и сюда шланг на выброс воды. Если мы заполним всю систему водой, то данный насос может называться наружный, без погружения воды. Преимущество данной модели номер один — это то, что он может работать как и в пруду, так и снаружи. Это первое преимущество. И преимущество номер два данной модели — это то, что китайцы доработали. Очень часто в данных моделях срабатывает то, что насос работает, провод довольно-таки нормально, но за счет перегибов и всего остального в данном месте переламывается провод. Они что сделали? Они вставили специальную силиконовую трубочку, которая позволяет делать нормальный ход провода, и данный провод не переламывается. Модель GP-059 имеет мощность 100 Вт, перекачивает 5800 литров в час и поднимает воду через данный штуцер на высоту 4 метра. Преимущество использования в двух вариантах: снаружи и внутри водоема. Раз. Решен вопрос с поломкой провода. Два. Ну и самое основное — ценовая политика. То есть этот фильтр, насос, он недорогой. Потому недостатки. Если взять за основу немцев или поляков, то при такой производительности они имеют длину провода 5-7 метров и более. Данный насос имеет длину провода в среднем 3 метра. Спасибо за внимание. Если вас что-то заинтересует, обращайтесь к нам по ссылочке ниже. До свидания.